Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующая. Боли в предплечье. Пожалуйста, как проходит меридиан перикарда? Вы уже видите внимательно. И, конечно же, контролирует предплечье с внутренней частью. Ну и не только с внутренней, но также боль может отдавать и наружную, боковую, какую хотите часть. Итак, что необходимо знать? Данная точка МССМ Долин поможет вам. Это является точкой своеобразной скорой помощи при различных болях в предплечье, связанных с растяжением мышц предплечья, с надрывами, с ударами, с ушибами, с переломом, травма руки. Это может быть и гематома, это может быть и спазмы, и судороги. Это может быть нарастающая, вяжущая боль, сверлящего характера, ночные, вот, ноющие. Ну, какие хотите виды боли в предплечье. Чем они связаны, на этот вопрос вы можете ответить, у кого появилась данная боль. И чем точнее вы узнаете, откуда появилась данная боль, либо как она пришла в ваш организм, тем легче вам будет ее выгнать. И данная точка вам в помощь. Помните, уважаемый зритель, если вы не знаете, как массажировать данную точку, то на месте боли, допустим, на правой руке, данная точка расслабляется, а на левой руке тонизируется. На следующий день делается все наоборот. Но, уважаемый зритель, помните, что не только меридиан перикарда контролирует предплечье, контролирует также еще и остальные 5 меридианов. И помните, уважаемый зритель, если хронические уже боли в предплечьях вас задолбали, надоели, частенько посещает вас, и вы немножко от этого уже устали, то диагностика 12 меридианов вам помощь. Почему? Потому что восток дело тонкое, и восток всегда что должен гармонию достичь, либо ближе быть гармонии 12 меридианов. Сейчас вы поймете, о чем речь. Почему? Потому что верх — это отражение низа, нижних меридианов. Нижние меридианы — отражение верхних меридианов. Потому нельзя только верхними меридианами навести порядок. Нужно весь организм в целом, чтобы привести ближе к гармоничности, чтобы энергетика не рвала человека, не была перевернута, не была порвана. Кто не понимает меня, пожалуйста, на нашем канале есть виды диагностики, изучайте внимательно, тогда вы поймете, о чем речь. Но я думаю, на сегодняшний день данная информация вам в помощь. Вот, при всех болях предплечья, данная точка МССМ Долин вам в помощь. Спасибо за внимание.